А теперь назовите причину остановки. Значит, так, ну, пожалуйста. А, я хочу узнать причину остановки. Слушай, да, уважай себя. Я же сказал причину остановки. Я на видео хочу это снять. Нет, потом, чтобы в суде доказать. Вы задерживаете мое время. Вы тоже вот не задержите. Ну, погодите, зачем вот лишний вот разговор? Я не понимаю, что за люди, а? То есть инспектор, номер значка? Вот, пожалуйста. ВМ-030. А, удостоверение покажите свое. Как бы ты самый умный, да, вот. Удостоверение, нет, пожалуйста, покажите. Что, вы там? Я не издеваюсь, уважаемый. Я не знаю. Я другой, я гражданин другой страны. Я не знаю, может вы. Указан не другой планета. Ну. Правильно? Согласен. Все так, что сам. Нет, проблемы есть. Айка, буду я мерпеть. Я в руки не даю, посмотрите. Что за люди, а? Уважаемый, я в руки не даю, это мои документы. Это так же, как и паспорт. Я же инспектор, я вам уже объясню, блядь, причина, в чем вы, блядь. Уважаемый, вы не материтесь, пожалуйста. Как обычно рабочий день находится? Как обычный рабочий день. Передаю инспектору. Дайте, пожалуйста, товарищ водитель. Да, передаю инспектору. Удостоверение водительское, без прокола. Как вот здесь другой планета? Что-то еще? Вот оно. Нарушаешь как будто не за что вас остановили. Да? Меня остановили ни за что, потому что умный, единственное, да? Доказательство является фото-видеофиксация. Вы знаете об этом? Сами умный. И да, вот. Я составляю протокол, да. Хорошо. У меня есть два свидетеля, которые не нарушали. У меня тоже там есть свидетель. Вот, там, вот, ваши действия будут считаться незаконными, потому как ваши лица заинтересованы. Не нужно, да? Мне за что кому-то остановить, что мне приятно. Я не знаю, уважаемый. У вас есть карта распорядка, где вы должны, конечно, стоять? Вы мне покажите, предъявите ее, покажите. Вы мне покажете ее? Все, ну я должен увидеть это и снять. А я видно, это сделал, так напиши. А вот командир, вот иди, посмотри. А, извините, назовите ваш телефон доверия. Вы обязаны мне предъявить телефон доверия. Я сейчас позвоню по нему. Ты что, сами умный, что ли? Да не надо, я не собираюсь ругаться с вами, уважаемый. Я тоже не собираюсь. Я гость вашей страны, вы мне начинаете сейчас... Не нарушай тогда. Да я не нарушаю, я проехал, я заканчивал маневр, я его должен был, обязан был закончить, правильно? Слушай, товарищ Вайпер. Да, я слушаю вас. Мне не за что, мне не... Что, понятно, что кому-то остановить... Тратить свои энергии. Я согласен с вами. Ну, давайте разойдемся и все, потому что я заканчивал маневр. Вы это видели? Просто мне обидно. Это как-то сами умный, да, такой? Меня вчера ни за что остановили, вот извините меня. Вчера, блядь, сегодня... Вот, нет, и я решил, как бы, ну, зачем я буду в каждый раз вот так оправдываться? Хорошо, зачем так? Не за счет, чем мне приятно, да, кому-то остановить? Все.